Готовим кашу из 5 злаков. Чем разнообразнее наше питание, тем полезнее. Каша из нескольких видов злаков – отличный вариант для завтрака. Блюдо поможет разнообразить повседневное меню. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кашу 5 злаков. Вы можете купить готовую смесь, либо подобрать самостоятельно набор злаков. Главное, чтобы время приготовления всех злаков было примерно одинаковое. Пропорции злаков подбирайте по вкусу, я предпочитаю делать кашу на основе овсяных хлопьев. Готовится она быстро и получается очень вкусно. Берите на заметку. Овсяные хлопья – 10-20 грамм. Ржаные хлопья – 10 грамм. Ячменные хлопья – 10 грамм. Гречневые хлопья – 10 грамм. Пшеничные хлопья – 10 грамм. Молоко – 120-130 миллилитров. Вода – 120-130 миллилитров. Сахар коричневый – 1-2 столовые ложек. Черешня – 50 грамм или другие ягоды. Количество порций – 1. Подготовьте все ингредиенты. В кастрюле доведите до кипения молоко с водой. Добавьте сахар. Смешайте все сухие хлопья в миске. Когда молоко закипит, добавьте хлопья. Варите кашу 5-7 минут, постоянно помешивая. Готовая каша должна получиться густой. Черешню разрежьте пополам, удалите косточки. Выложите кашу в тарелку, добавьте ягоды. Приятного вам аппетита!